Доброго времени суток. Меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk в компании CloudFresh. И сегодня мы поговорим о оценке качества, а именно о уровне удовлетворения клиента. Для того, чтобы ее включить, нам нужно перейти в центр администрирования. Для этого мы нажимаем вверху справа на 4 кубика, центр администрирования. Здесь мы должны прописать конечные пользователи во вкладке «Люди». И здесь включить настройку «Оценка качества». Обязательное условие того, что эта кнопка должна быть включена. Также Zendesk использует по умолчанию свою оценку. К сожалению, кастомизировать ее является невозможным. Она работает для таких каналов, как месседжинг, то есть это чат на сайте, и для такого канала, как почта. Как сделать так, чтобы клиент мог поставить оценку после коммуникации по почте? Для этого нам нужно перейти в наши триггеры. Всегда по умолчанию при включении этой оценки создается правило автоматизации. Но, как мы знаем, правило автоматизации используется при создании правил с временным интервалом. То есть отправлять, условно говоря, оценку после каких-то условий в течение такого-то времени. Мы можем задать эту настройку, как и для триггеров. Видите, у меня есть уже готовый триггер. Он говорит о том, что если тикет выполнен и оценка качества не предложена, в тикете есть открытый комментарий, то есть это не просто была коммуникация агента с самим собой, а действительно с каким-то клиентом, конечным пользователем. Наши действия – это предложение оценки качества. То есть триггер выполняет это действие мгновенно после обновления тикета. И если соответствует все условиям, мы отправляем, собственно говоря, такое письмо клиенту, где он может при помощи этой перемены, да, которая отображает определенные символы, может выбрать, понравилось или не понравилось, и, соответственно, дать какой-то комментарий. Чтобы просмотреть все тикеты оцененные, мы можем создать определенный вид или добавить предварительный параметр вот сюда. У нас есть отдельный вид, как видите, SAT One Mouse. Это обозначает то, что здесь за весь месяц отображаются все тикеты с оценкой. Как видите, везде хорошо. В самом тикете оно отображается вверху справа. Как это работает для чата? Условно говоря, у нас была какая-то коммуникация, да, и мы можем выбрать оценку «хорошо-плохо». Условно говоря, мы выбираем «хорошо», можем дать какой-то комментарий и отправить. Далее, что мы увидим? В недавно решенных тикетах, я закрыл этот тикет, мы также увидим нашу оценку с комментарием. На этом все. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.